Приветствую с вами, друзья и гости канала. Недолго нас радовала отличная погода, и опять пошел дождик. Блин, обидно. Знаете, что самое интересное? Как только я собираюсь в воскресенье поехать на горные лыжи, собираюсь покататься и показать вам всю эту красоту, которая имеется на горнолыжке, у нас сразу всегда идет дождь. Сегодня, конечно, не воскресенье, сегодня пятница, но дождь, конечно же, идет. Дождь у нас есть. Так вот, на какую тему хотел с вами поговорить. Мне вчера очень много пришло комментариев по поводу того бюджетного жилья, которое я снимал, по поводу Кудепста парк и что это конюшня и то и все. Ребят, это все то, что вы смотрите в сегменте эконом. И вы сами просили, чтобы я снимал для вас в том числе и то жилье, которое доступное, притом доступное с документами, и потом тут же начинаете там, не знаю, там какое-то недовольство. Не я ставлю цены на квартиры, не я ставлю цены в жилых комплексах, поэтому я всего лишь до вас доношу информацию. Ту информацию, которая есть реальная в Сочи, а не то, что вы насмотрели себе на Авито. Это первое. Второе. По поводу того, там, комментариев, вот, там, Максим снимает только элитные квартиры и тому подобное. Это по вторичке Светлана, а с бабушкиным ремонтом не снимает. С бабушкиным ремонтом я не снимаю по одной простой причине. Потому что многие знают, что у них говноремонт. И многие знают, что у них цена завышена. У меня таких есть целая куча вторичек, которые я снимал в Дагомысе, снимал в Мацесте и так далее. И там в комментариях такой срач образуется и так далее. База говновторичек, с которых говноремонтами и по говнозавышенным ценам, у меня очень большая. Но я просто-напросто не снимаю, потому что люди так же, когда эти, в основном люди-подписчики, так же, как и вы, и когда они начинают читать про свою идеальнейшую квартиру, да, вспомните, вот есть квартирка, я снимал на Звездном 22, там это, с коврами, там еще что-нибудь. Мы вчера разговаривали с продавцом, она говорит, ну что, Максим, не продается квартира? Я говорю, да нет, конечно. Я говорю, у вас же там ремонт убогий. Как убогий? У нас ковры красивые, у нас кухня хорошая. Там еще от бабушки досталось. Говорю, а вам будет сколько лет? А мне 64, а еще от бабушки осталось. Как бы для кого-то это реликвия и для кого-то это ценное. Конечно, не для каждого из вас это, ну, так же вы рассуждаете. И каждый считает, что его ремонт самый лучший, самый прекрасный. Сколько раз я приходил, когда меня приглашали, там, Максим, у нас евроремонт. И когда добавляет, муж все делал своими руками. Я сразу представляю, что это за евроремонт. И действительно, евроремонт представлял из себя еврейская экономия, где на потолке у тебя пластиковая плитка, где у тебя вместо плитки в санузле у тебя пластиковые панели и тому подобное. И где все кривое, все сделано через жопу, но зато своими руками. И при этом говорят, что у нас евроремонт. Ну, есть евроремонт, да, по европейским стандартам, а есть еврейский ремонт, где на всем сэкономили, на чем только можно было. Как бы это разные термины. По поводу бюджетного жилья. Многие продавцы вторичек, в том числе и бюджетного, они понимают, что у них цены, мягко говоря, завышены. Они понимают, что у них ремонт в квартире, это просто называется вырви глаз. Нужно просто брать и все это выкидывать, и все переделать и так далее. Но при этом они не, как бы дешево не будут продавать, потому что понимают, что есть два на рынке, да, два дурака. Один продает, другой покупает. Обязательно найдется какой-нибудь тот же самый дурак, который возьмет квартиру в старом фонде, убитую, переубитую там с говноремонтом, и будет надеяться, вот я сэкономил, а если взял бы я первичку, то мне пришлось потратить еще деньги на то-то, и все. Потом в итоге там даже полгода не проживает, начинает делать ремонт и просто офигевает, в какую сумму становится ему демонтаж и так далее. Поэтому каждый продавец такого неликвидного говна, он надеется найти своего такого интересного покупателя, которому приспичило, который приедет в Сочи с деньгами, который приедет в Сочи уже на чемоданах. У меня такое было несколько раз, когда повтыкает со всеми риэлторами, то он поймет, что он там за свои 5 миллионов рублей ни хрена ничего не купит, то, что он себе нафантазировал, и купит эту однокомнатную квартиру с убитым ремонтом,
где-нибудь, так это же купится 5, за 5,5 миллионов рублей купить такую квартиру на первом этаже в Хрущевке, в Заречном районе, там, где постоянно будет сырость, где постоянно будет плесень и так далее. Понимаете, каждый на это надеется. Мне тоже себя спрашиваю, как ты относишься к комментариям? Да я нормально отношусь к комментариям. Каждый имеет право высказать свое мнение и тому подобное. Но когда мне там звонят продавцы, там, Макс, ты видел, что про мою квартиру написали? Ну, видел, и что? Вот там это. Ну, ребят, как бы, надо привыкнуть, что люди, как бы у нас такие интересные люди, да, вот все, они как бы обосрут, не проживут, вы понимаете? Посмотрите, даже квартира Парк Горького, ну идеальная квартира. И сколько там комментариев, это сделано не так, это сделано, да все сделано так. Сделайте себя в квартире лучше. Вот кто пишет, пригласите меня к себе. Даже если вы квартиру не продаете, просто скажи, Макс, приезжай в гости. Я покажу, вот покажи всем, вот всему честному миру, какая должна быть квартира, как она должна быть распланирована идеально и так далее. И, конечно же, этого не будет, потому что идеальных квартир не бывает. Кто-то у нас из 45 квадратных метров делает две изолированные комнаты, кухню, гостиную, а кто-то из 45 квадратных метров делает только студию, а кто-то из 100 квадратных метров делает всего лишь евро-однушку, где будет спальня и будет хорошая просторная кухня-гостиная. Понимаете? Кому-то в доме нужно, точнее в квартире нужно один санузел, а кому-то и 5 санузлов мало, да, вот по всей квартире. И здесь 100 людей, 100 разных мнений. У каждого из нас разные предпочтения, разные отношения к той или иной вещи. Например, вот, кому-то нравится стиль классика, да, кому-то нравится армянская классика, кому нравится современная классика, кому-то нравится лофт, кому-то нравится хай-тек, кому-то нравится скандинавский стиль. И это реально хорошо, реально круто, что у нас есть выбор. Потому что помню, раньше в советские времена у нас были обои только розовые и зелененькие. И все, и особо, в принципе, вы особо не фантазировали. А сейчас и вот двери, там, как бы, есть понятие стандартные двери, есть понятие завышенные двери, высокие. Это же хорошо, когда есть выбор. И каждый из вас под себя может что-либо сделать. Ну, как бы так. Но отвечая на ваши вопросы, почему я, например, не снимаю вот бюджетное жилье вот в старых домах. Ну, потому что, во-первых, оно не бюджетное, оно дорого стоит. А во-вторых, там цена явно завышена, и те ремонты, которые там есть, называются «вырви глаз» и себе, и соседу, это просто жесть. Просто я уже снимал несколько раз такие вторички, и это вы даже представить не можете. Вот вам кажется, вот вы просто взяли, как бы насрали в комментариях. Ну, насрали и насрали, ничего страшного. Да и мне, в принципе, без разницы. Но те люди, которые читают и так далее, ну, как бы тоже это не есть хорошо. Поэтому такие квартиры не показаны. Но это не значит, что таких квартир у нас нет. Мы в любом случае, если кто-то приезжает, кому не хочет вторичку, особенно хочет вторичку в Хрущевке, он получает хрущевский ремонт. Ну, 100%. Очень редко, когда в старом доме современный, нормальный ремонт, который не хочется переделать. Это очень-очень редко. Это, ну, как бы, там, ну, не знаю, потому что если ты берешь себе хруща с высотой потолков 2,40, что бы ты там ни делал, что бы ты там ни колдовал, как был подъезд говнище, так подъезд так и останется. Как были потолки, что ты там тебя давит, со всех сторон прижимает, так все и остается. Поэтому, как бы, здесь особо много и не нафантазируешь. Да, есть, конечно, кто-то там придумывает, там окна ставит побольше, еще что-нибудь. Но такие квартиры, они стоят уже дороже. Например, вот такую квартиру, которую я недавно снимал в районе Островского. Ну и что там, блин, там хрущевка, а цена 250 тысяч рублей за квадратный метр. Представляете, вот такая бредятина. 250 тысяч рублей за квадратный метр. Ну это бред же, конечно. Когда жилой комплекс «Сокол», например, стоит 200 тысяч рублей за квадратный метр. А это хрущевка по 250, понимаете? И особо сильно они по локации не отличаются. Ну вот как бы так. То же самое касается и домов тоже. Не все дома показываем, потому что многие, говорю, в том числе продавцы, они как бы, ну, мягко говоря, не могут еще привыкнуть. Я тоже, как бы, 4 года назад, когда только начал вести канал, там начал это, я тоже там к каждому комментарию относился там со штыками, там, да, там, да ты что, да я там. А потом понял, ну что сделаешь, как бы, это все равно, что драться с ветряными мельницами.
как бы, в любом случае для меня, вот, например, как бы для автора канала, мне, например, важно ваше мнение. Я, например, с большим удовольствием, например, читаю, смотрю, что там подчеркивает для тебя те или иные ошибки и так далее. Конечно, тоже по вашим лайкам, дизлайкам понимаю, что нужно снимать, что не нужно снимать. Ну, например, вот квартиру, да, вот я сейчас снял на Светлане. Светлана квартира, вот не Светлана по-настоящему, хорошая, нормальная квартира. Конечно, ценник 22 миллиона за 75 квадратных метров не самый гуманный. Но, ребят, ну это реальные цены в Сочи, в том районе. Как бы то, что вы насмотрелись на Авито, такие квартиры там по 3 миллиона, по 3,5, ну нет такого. Я не понимаю, вы ставите дизлайк моей проделанной работе, или вы ставите дизлайк квартире, или ставите дизлайк ценообразованию в Сочи. Вы уже определитесь, потому что, например, я лично в этой квартире был, она мне понравилась. Как бы объективно, вот сейчас мне там скажи, Макс, вот ты в этой квартире будешь жить? Я скажу, буду. Ну, потому что реально хорошая квартирка, как бы. И да и место хорошее, только мне не нравится вот этот все равно Светлана вниз. Я все-таки ближе к центру, потому что для меня Светлана это ни хера не центр. Это подобие непонятно чего. Поэтому, ребят, не знаю. В общем, проехался вчера, поснимал для вас и домики, и вторички. И что-то какое настроение какое-то, думаешь, блин, надо все-таки, как все нормальные риэлтора, снимать только новостройки и все. Потому что новостройки там ремонт не раскритикуешь, чернуху не раскритикуешь и так далее. И все, и снимать, наверное, все-таки все в сегменте эконом, потому что, да, как бы эконом хайт и еще что-нибудь. Ну, в целом, эконом, наверное, ближе к народу. Вот как бы так. Ладно, ребят. Вам хорошее настроение. Сегодня, блин, дождь. Это печально. Попробую сегодня что-нибудь интересное для вас поснимать. Но, скорее всего, это будет у нас чернуха по одной простой причине. Потому что квартиры с ремонтом я задолбался уже. Потом, знаете, снимаешь квартиру. Потом, Макс, вот там то. Макс, удали тот комментарий. Или что, блин, какую-то херню мне начинает там говорить и все. И получается, еще и потом должен брать, отвлекаться, там, мониторить, чтобы там что-то плохое про вашу квартиру написали. Ну, как бы так. Самое интересное, что плохое пишут и к хорошим квартирам, и плохой квартире. Поэтому, вот, уважаемые продавцы, я все прекрасно понимаю, и вы все прекрасно понимаете. Знаете, есть одна фишка. Вот я понял одну простую вещь. Сейчас... Если вдруг я надумаю переехать в Сочи, вот реально переехать в Сочи, для меня любой город открыт. Потому что продавая квартиру в Сочи, например, ту же самую, да, 50 квадратных метров, да, там за 6,5, за 7 миллионов рублей, ты, в принципе, за эти деньги можешь себе купить квартиру и в Турции, и в Италии, и в Испании, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Ты можешь купить себе квартиру хоть где. А вот, например, мой друг Алексей купил квартиру там с Оксанкой, да, они купили трехкомнатную квартиру 88 квадратных метров в центре города Орска за 1,5 миллиона рублей. И я понимаю, что они взяли в ипотеку, что эта цена никогда в жизни не поднимется. И продавая квартиру за 1,5 миллиона рублей, потом лет через 5, через 7, они, ну, ничего нигде не смогут купить. Поэтому, знаете что, я понимаю, что все-таки иметь недвижимость в Сочи, это все равно это актив, в котором вся цена повышается, которая цена становится все выше, выше и выше. И это, наверное, единственный город в России, где, когда ты берешь ипотеку, ты понимаешь, что ты всегда еще остаешься в плюсе. Потому что, например, в Орске бы я себе квартиру точно бы ипотеку не взял. Либо в любом другом городе не взял бы себе квартиру ипотеку. А в Сочи круто, да, там 12% годовых, а недвижимость, в том числе и вторичка, возрастает на 22-24% годовых. Официальная статистика. И действительно, это круто. Это круто, круто, еще раз круто. Ну что, все, будем с вами заканчивать. Вам всем хорошего настроения, побольше позитива. Вам всем добра и пока. Ну и, конечно же, владельцы квартир, которые там читают комментарии, ребят, дышите спокойно, как бы люди, ну, они такие, как бы особенно, которые смотрят с регионов, они злые. Я сам знаю по себе, когда они смотрят, когда там вчера я снимал, там было плюс 20 градусов, ходил в одной футболочке, они сидят где там сейчас минус 40 градусов, там минус 30 градусов, и понимают, что, блин, это как бы даже, ну, представляете себе, вот мой друг Леха, да, он смотрит, например, вчерашней конюшни. Ну, пример, вот представьте себе такую ситуацию, да. Я вчера снимал, получается, типа псевдо
таунхаусы со своими большим участком земли, 50 квадратных метров, и такая хибара, да, такая конюшня, как вы писали, стоила 6,5 миллионов рублей. Представляете себе, вот сидит Леха, да, смотрит эти черновые стены, и он сидит с Оксанкой и говорит: блин, вот дебилоиды в этом Сочи, посмотри, мы взяли трехкомнатную квартиру в центре Орска с ремонтом, с техникой и с мебелью за 1,5 миллиона рублей в ипотеку, ты понимаешь? А здесь они какую-то там дичь втирают, 50 квадратов в чернухе, в кудепсе, в жопе мира и так далее. Да какой нормальный человек, кто поедет? Ну, просто, понимаете, сам прикол заключается в том, что в Орске, вот живя в Орске, просто нереально, вот просто не знаю ни одну там работу, нереально заработать на квартиру в Сочи, нереально заработать на квартиру в Москве, нереально заработать квартиру в Санкт-Петербурге. Как бы, а вот живя в Сочи, ты можешь заработать. 100%, потому что Сочи — это город возможностей, и здесь, да, можно как бы нищенствовать, зарплата 30 тысяч рублей в месяц, такое тоже есть, а можно зарабатывать 2 миллиона рублей в месяц. Что выбираете вы сами, это вы выбираете себе сами. Но можно и то, и то. Посмотрите, сколько людей, которые приехали в Сочи, в том числе и риэлторов, сколько уже людей накупали себе квартиры и так далее, которые живут в своих квартирах. И я могу сказать со 100% уверенностью, что больше половины из них, 80%, приехали в Сочи с голой жопой. Ну, вот как бы так. И которые не могли себе позволить квартиру. А заработали же на квартиру здесь. Да, может, кто-то в ипотеку взял, кто-то, может, кредит взял, кто-то еще что-нибудь. Но факт то, что квартира для них стала реальной. Ну, а некоторые, конечно, до сих пор без квартир, но зато сидят на таблеточках. И пишут видеоролики на тему «Лазаревская, это вам не Сочи». Ну да, наверное. Меньше таблеток принимайте. Ладно, ребят, всем пока, всем спасибо за просмотр.